Всем привет, ребята, меня зовут Дат, и в сегодняшнем видеоролике я играл в Bedwars вместе вот с этим ютубером. Вот его скриншот, его профиля, и как бы интересно, кто же занял какое место. Это все вы можете узнать в процессе данного видеоролика. Так что, берите все самое вкусное и смотрите этот видос. В принципе, мне понравилось поучаствовать в видосе у ютубера Плея, а также еще заснять себе видосик, тоже прикольно. Ну, мы начинаем, поехали. Так, я уже захожу. Да, так, сколько... Угу. Я уже захожу на сервер, меня позвали. И как бы вы уже знаете, наверное, а нет. Ну, как бы... Давайте будем заходить и уже посмотрим в процессе всего, вообще, что будет происходить, и уже посмотрим. Вот он уже стоит, YouTuber Play. Как я понимаю, тут челик прыгает. А что он делает? Я понял, это типа штука, она издает партикулы. Только что он уходил за вот этим челиком, который сейчас у меня сбоку стоит, но не вот этом, да. И он сказал, остановитесь, но давайте вот мы стоим, как бы, чтобы ничего не ломать. Вот так, что он теперь не виновен, типа, если что-то сломается. Будем стоять, ждать. Ну, потому что он, походу, будет начинать. Давайте я вернусь. Все. Чё ты смотришь? Повернулся. Так, мы уже начинаем. 6, 5. А подождите, это вообще Bedwars? Оно там вот сверху показывает Bedwars, а кровати где? А, вон кровати. Так, мы начали, так, что делать? Вот генератор, давайте будем собирать. Ну, что так медленно капает? Два... Что это здесь? А, левел, мне это не надо пока что. Потом там уже посмотрим. Надо сейчас купить блоков. Это вообще броня, извиняюсь, что ударил. Надо купить блоков, застроить быстро кровать. Быстро кровать застроить надо... Вот, прям хватило. Давайте застроим так. Взломанное положение, уйдите. Так, застраиваем. Так. Ага, все, кровать застроена. Теперь надо еще немного железа набрать и купить себе оружие, кирку, броню. И потом дальше посмотрим по ситуации, что будет вообще. Опять ударил его, извиняюсь. Ой, все, здесь есть. Меч, давайте быстренько возьмем. Кирка, быстрее, давайте, так, быстро, главное. Опять ударил его. Так, у меня брони даже нету, ну, ладно. Так. Что здесь в сундуках? Ничего тоже интересного. Давайте быстренько железо возьмем. О, вот, 20, давайте попробуем второй уровень купить. Почему не получается? А я знаю, как сейчас сделаем. Давайте быстренько будем нажимать. Опа, все купил. И теперь... А вот, все, он быстренько у меня теперь мне дает 6-7... Ну, по секундам, короче, дает. Так, надо купить броню у него, броню. Так, ну, быстрее заходи. У меня вопрос, кстати, где золото находить? Если здесь только железо, а там на центре только изумруды. Подождите, я тогда не понимаю смысла. Ну ладно, пофиг. Так... Хлебушек, не знаю для чего здесь он. Наверное, здесь может. Это куда? А, это же золото! Офигеть, а я думал, что его здесь нету. Давайте тогда спустимся. Я хотел прокачать, ну да ладно, уже до этого как-то не так уж. Не хочется, как бы. Так. Вот так вот. Вот, железный меч. Так, все, купили мы. Давайте положим каменные сюда. Купим себе еще брони немного. Брони, броня, броня. Вот. А, там еще и кожаная была. Ой, ё-моё. Все, вот так вот быстренько одеваемся. Оба. Оп. Оп. Опа. Вот так вот все. Так, теперь надо купить себе кирку. Здесь нормальных кирок нету, ну да. А еще у меня второй меч купил. Ладно, пофиг. Какие тут кирки есть? Ну ладно, пофиг. Так, что здесь? Ну, броня алмазная за изумруды. Блоки ж какие... О! Вот это купим. Вот это мне надо.
Теперь надо разбирать эту конструкцию, чтобы поставить как бы эндерняки. Почему блохи не падают? Ну ладно, как-то пофиг. Так. Угу, все застроили. Теперь надо. Давайте на центр пойдем, что ли. Ой, он чуть не упал. Я быстренько умею строиться. И... Да, это что, оп-оп. Вот так вот. Так. Он там синий тоже строится. Это Витя вроде бы. Кстати, ребят, в описании оставлю ссылки на всех, кто участвовал в этом ролике. Так, то вы смотрите, там еще и зеленый пришел. Надо быстрее. Нет, он первый забрался с облака. Вот гад, он на мой остров пошел. А ну ушел оттуда. Сейчас мы порешаем всю ситуацию. А ну кш, кш, ушел. Ушел отсюда. Кш. Все, давай. Кш -кш. Уходи. Все. А, надо застроить. Подождите, сейчас вернемся. Все, не приходи сюда. Так, надо быстренько сейчас взять еще золото. Купить эндерняк. Да. Вот для чего и хлеб мне, походу, давайте оставим на потом, потому что когда у меня будет прям много голода не хватать, потом уже захомячу этот хлеб. Никто сюда не идет, да? Все. Все нормально. Так. Быстренько в магазин, потому что он так долго очень заходит, магаз этот. И житель, кстати, как-то странно в сторону смотрел. Ну да ладно, мне показалось, наверное. Вот так вот. Опа, вот тут эндерняк. Ой, лагает, ой, лагает. Вот так вот. Вот так. Все. Кто-то выпал из мира. Ну да ладно. Ну, не судьба, видно. Не судьба. Наверное, столкнули. Подождите, надо сейчас тут это, точка появления задана все, а то вдруг я появлюсь вообще, фиг пойми где. А ну ушел. Где, где? Меня сейчас сольют. Капец, у меня ХП мало, у меня полсердечка. Меня сейчас убьет. О, как повезло, он мне алмазный нагрудник принес. Да. И ты еще сюда идешь. Ну блин, быстрее испавнись, давай быстрее, быстрее, давай, 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 кш, кш, кш. Уходи, уходи отсюда, уходи, кш, все, толкнул, наконец-то, я думал, сейчас проиграю. Ух. Блин, капец, от брони ничего не осталось, ну зато 10 сундуков есть, нифига себе, ну нифига себе, деревянный меч, ладно, пофиг, будет у меня лежать. Ну, конечно, он гениально придумал побежать на меня с алмазным нагрудником и деревянным мечом, когда у меня железка вроде бы была, да? И все. Так. Что дальше? Что дальше? Надо купить алмазную броню. Алмазная броня. Нагрудник. И все. А вот и шлем можно купить. Все. Так, уведомление с WhatsApp. Ну да ладно. Быстренько переодеваемся. Нагрудник уберем и шлем тоже. Ну, и вот это все, что вот не надо, тоже уберем. Так, все, никого нету. Так, мне штаны надо, штаны. Штаны выпал из мира. И я выиграл, ребят, вот я один остался. Я выиграл, вот там в табе показывается, я один остался. Я всех победил, и поначалу вы поняли, кто занял первое место. Конечно же, я. Я бежал, был на своей базе, когда ютубер Плой пошел на центр, я побежал на его базу с помощью его путя, когда по которому он на меня нападал, и как бы убил его. Так, ну, все, уходим. Уходим, уходим, все выходят из мира, но да ладно. Все. Да, все, так как-то. Победил. И все, все вышли. Я один остался в этой игре. А этот чувак даже ничего не складывал, походу. Ну ладно. О, ягоды. Ну-ка, интересно. Ха, можно было собирать. Ну да ладно. Пофиг. Ну все, ребят, на этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Дат. Подписывайтесь на мой канал. И, кстати, еще скоро выйдет вторая серия «Жизнь стримера». Так что ждите, ребята, ждите. Ждите и ждите.
Ну, я выхожу. Всем пока.